Привет всем подписчикам и зрителям моего канала. В этом видео я покажу вам две довольно редких монеты. Одна гривна 95 года из серебра и из меди. И еще довольно интересную монету из меди, которая сейчас продается на Виолете. И сегодня мы узнаем, за какую цену она продастся. Так что, если тема интересна, продолжайте смотреть. Данные монеты мне показывает Максим Загреба и монеты из его личной коллекции. Спасибо ему большое за то, что он мне их показал для данного видео. Ну что, поехали? Серебряная гривна 95 года. То есть все то же самое, как должно быть на обычной гривне, только в серебре. Угу. Так, а вес сколько такая? Там должен быть написан, по-моему. Нет, не написан. Вес. Но она тяжелее стандартной. Как такое могло произойти? То есть человек это специально делали для коллекционера. То есть Луганский патронный завод не отличался особо как режимное предприятие. И все так называемые суррогаты в других металлах это специально сделанные для коллекционера. То есть кто-то занес прям реально. Да, и чуть ли не официально. Скажем так, это не без согласия руководства, не без участия. А на гурте у нее гурт гладкий. А гурт гладкий. То есть эти заготовки не проходили гуртильные станки. Да, да. Класс. Ага, давайте. Более интересная вещь, та же самая гривна в меди. Встречается значительно реже, чем серебряная. Угу. То есть медная, прямо видно, как будто бы износ штемпеля. Вот сейчас скажу, тут на среднем трезубе либо штемпель какой-то вот, да, такой затертый. Угу. А что про нее можно сказать? Это цена такая? Ну да. $1000. А как у нее гурт? Точно такой же, точно гладкий тоже. А вот у них получается одинаковый рисунок. Но это штемпель точно такой же, как обычный гривна 95 года. То есть там он ничем не отличается. 95-96 там, да? Да, да. Два да. Одинаковых штемпеля. Вот такая вот есть монетка. 2 копейки 94 года из меди. Совсем немного сейчас ставок на нее. И ну, довольно большое количество следит, 148 человек за данным лотом. И в 10 часов будут результаты. Если вам этот лот интересен, обязательно зайдите, поучаствуйте, потому что монетка довольно прикольная и, думаю, довольно редкая. Ведь для того, чтобы ее изготовить, нужно было прийти с конкретной заготовкой медной. Ну, довольно интересно, за сколько будет продана данная монета. У этого продавца также есть тоже интересный лот. Это 10 копеек с английским чеканом. Данных 10 копеек у меня еще нет. Ну, возможно, в будущем они у меня появятся. Вот. Так что, друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Следите за торгами и принимайте участие. Довольно прикольно пополнять свою коллекцию редкими интересными монетами Украины. И ставьте лайк, если вам видео понравилось. Всем пока!